жизнь нужна. Жизнь — это забота за родного, и где-то кто-то тебя ждет, но кто-то это вспоминает, пока не склеит ластон. И ты приходишь к его дому и вспоминаешь его код, стучишься в дверь, никто не открывает, и слышишь, как он скребется ног. А там он долго вспоминает, как крутанут ручной замок. Я вызываю МЧС для вскрытия дома и вижу, как он там ползет, и доктор его забирает и говорит, что все пройдет. А ты все слышишь, понимаешь, как у тебя в ушах звенит звонок. Вы думайте и помогайте, пока он дышит и живет. Вы думайте и помогайте, пока он дышит и живет. Я часто к моргу подъезжаю и вижу, как народ ревет. И фельдшер, который там гуляет под запахом трупаков, он трупаков там не считает, не жмурится и никого не ждет. И в жизни часто так бывает, пока там кто-то не умрет. Мораль истории такова: вы помогайте своим близким, пока живой он ходит рядом, когда нуждается в этом. Он цените близких и друзей, пока живой, а не когда он там умрет. Рожденный ползать и ходить когда-то тоже полетит. Вы думайте и помогайте, пока он дышит и живет.